канал моего сына, Ирка, вот это вот Рамазанша, значит, сегодня написала, там про зелень было, в общем, она пишет: «Обнажаю все зеленое, спасибо за красоту». Я сегодня отвечаю, ну, это же канал моего сына, я еще покажу и вчера, и позавчера, в общем, она присела не на шутку. И вот за ту педофилию, я недаром мне этот фильм попался, и, в общем, там идет война не на шутку за души, и они с этим из Тигривии сильно приглашают Валюшу и Артура, а вот с моими ангельскими внуками. В общем, сегодня я написала: «Обнажаю все зеленое, спасибо за красоту». Я ей пишу: «Обнажаешь свою зеленую желчь, и с удовольствием ты бы обнажилась перед кем угодно, Иркова Флушка, потянула на моего сына. Вижу, аж из друсов ты скоро выскочишь». Я, ребята, не шучу, потому что к нему уже вот это вот, вот сейчас и вчера еще, я вам покажу. Маманя Дилана, друга его, тоже там спаивала и так далее. Вчера Артур поставил там про Доту, она ставит, значит, вон, Ирина Рамазан, позорище для ихней семьи, и вообще рехнутая просто на всю голову. 14 часов назад стала. Я ей пишу, ну, вот это вот, значит, она типа: «Салютики». И там какая-то еще одна Вафлушка или еще кто ставит эти вот лайки. Я вам говорю, они там соображают на двоих, на троих. И то, что детей крадут и на органы разбирают, я абсолютно не шучу. И в США, вон, я только что пришла, я сейчас поставлю это видео себе. Я пишу: «Я, сыночек, вижу, что Ирка Вафлушка торчит на тебе. Не мудрено, красавец вырос. Один в один твой биологический папа Гена. На него тоже все бабы прыгали, аж пищали. Недаром из Тигриби я тебя так ненавидел. И за спиной мне все время гадости на тебя говорил. Его же чудовищем называли в нашей троице, а нас с тобой ангелами, а он аж зубами своими кривыми скрипел». Так, к зубу у него действительно жуткие были кривые, а он потом себе эти брекеты поставил. Так, теперь смотрите, один день назад. Значит, Квалюша, она, ну, это уже у Артурчика, она каждый день ставит: «Догнать Матюшу сложно даже на самокате. Ха-ха-ха, один лайк». Я пишу: «Иркова Флушка втирается в доверие. Плевать тебе на детей. Ты его папу в психушку отдать посоветовала из Тигариби, и вы его тайком водили в колонию и пугали там. Это никакие не выдумки». Вот еще предыдущее. Я все зачитываю, потому что Валюша, моя невестка, на своей странице, она уже стала удалять мои комментарии. Артур еще не удаляет, поэтому я зачитываю. Значит, один день назад у меня дети поставили вот внучка. Она ставит: «Дети, чудное видео, вы прекрасны, берегите друг друга и будьте счастливы». Артур ей лайчик поставил. Она нашу семью нашу разбила. Это вообще, Артур еще лайчик ей поставил. Вот это дьяволица, Артур уже работу потерял, и все, а это сидит. В общем, я буду читать своей, что я оставлю. «Иркова Флушка, завистливая ведьма, своих детей глотала, а теперь сидит». Вообще, я думаю, что она не своих детей глотала, а Тигриби детей глотала. Ну, они могли бы быть ее, если бы она их к себе во влагалище пускала, а не сглатывала. Они таким образом предостерегаются. Потому что Тигриби вообще никогда этого презерватива не используют. Вот, а у меня постоянно же задержки были, я постоянно, ну вот, ну я же ребенка хотела, я говорила, что это за дела, вот, а она говорит, ну она говорила там раньше: «А, вам что, ребенок типа нужен?» Естественно, для чего я вообще с мужчиной живу? «Иркова Флушка, завистливая ведьма, своих детей глотала, теперь сидит каждый день у моих детей, аж зеленеет от зависти, поэтому пошло вот та вот зелень». Она там, так, здесь Артурчик, на его день рождения, значит, это вот Ирка здесь написала: «Как мило, вся семья наводит порядки», это на Артура день рождения, «чтобы праздничное настроение было у всех, кто видит такую ухоженную лужайку, браво имениннику, всем помогающим». И, значит, так,
Я пишу. Ирка Вафлушка называет за спиной моего сына Артура психбольным и говорит, что ее сын человек, типа он в банке работает, а вот этот мой тупоголовый и бестолковый. Так, она еще... Значит, здесь она... Я Артуру писала, а Матису почему грабельки не дали, которые я ему купила? Насчет работы на день рождения, так начальник правильно сказал. Я работала с 15 лет, содержала себя абсолютно сама и отличный путь. Иисус Христос не во дворце родился, главное честно жить. Уже здесь Артур говорит, что начальник говорит, ты не такой богатый, чтобы не работать на свой день рождения. Вот, отличный путь, не во дворце родился, главное честно жить, а не как мои все бывшие мужчины, аферисты и прохиндеи. Я это не видела, она только что поставила еще. Один день назад, но я не видела. Очень точно замечено, папа и мама обязаны содержать, воспитывать, создать все условия для счастливого детства ребенка, а не всякие множественные мужики, ублажающие похоти, обезумевшие матери. Представляете, это она обо мне. Забывши о том, что сын ее сокровище, вы на правильном пути, и Бог поможет вам. Любовь в семье дает благо, берегите ее, как бы тяжело сейчас не было, время покажет вам, что все не зря, гордитесь тем, что имеете, это дано не каждому. Во-первых, гордость – это первый признак дьявола, этого я не видела. Папа и мама обязаны содержать. И, естественно, а этот вот отчим, он впечатление, вот этот вот из Тигре, хотел его на органы продать вместе с этой вот. И для счастливого детства ребенка. В Аргентине мне приходилось его закрывать, может, у нее страшный сын, и его нет, вот, на улице баба не останавливаюсь. Посмотрите, если она вешается прям на моего сына сейчас, прям без остановки она вешается. Так, еще на этом никаких комментариев. Артур там disable поставил. Так, с днем рождения. Она пишет. С днем рождения, папочка. Всего вам наилучшего. Вы достойны этого. Артурчик мой. Это вот ставит. Понятно. От змеи. Ну, давай. Значит, я пишу. Ирка Вафлушка. Ты же говорила, что я вырастила тупого Артура. А ты умного, который в банке работает. Так кто же ты у моих детей сидишь? Зеленый от зависти. Еще. Ого, сколько всего растет. Здорово, она пишет. Я пишу, а у тебя зависть вижу каждый день. Растет все больше и больше. Так надо было не глотать своих детей. Так и у тебя бы настоящее счастье было. Она пишет, как хорошо ты реагируешь на собственную шизу. Мы рады твоему прогрессу. Мы. Я говорю, шиза это глотать собственных детей. Таких, как мы называли вафлушками. О, тут он новое поставил, посмотрим. Так удивительно видеть, как шизанутая мать топит канал собственного сына и любимого внука в грязи. Как это искренне показывает, кто есть кто. Ты бесишься из-за лайка? Мне жаль тебя, но ты сама выбрала свой путь. Бог послал тебе столько людей с общениями. Он пытается через людей достучаться к твоему сознанию, чтобы твое существование облегчить. А если там он скажет тебе, я пытался тебя простить и спасти душу твою, но ты не услышала меня, и прямо в ад, как тебе? Ты хоть знаешь, что тебе пишут люди? Я читаю и еще раз убеждаю в своей правоте. Твое имя Иуда не Павлова. Вот. Нет, я не видела. Надо ответить. Представляете? Я топлю канал своего ребенка. Я топлю, я чищаю канал от вот этой вот, которая вешается на моего сына, которая его тупоголовым называла, которую называет Артур, смотрите, не реагирует. Его мать шизанутой называют. Он же меня назвал, что я ангел, вот я ему говорю, я твой ангел. Он говорит, ты падший ангел это дьявол. Ну вот, я уже дожилась. Ну смотрите, она поднимает, ведьмы поднимают канал моего сына. Вы представляете, ведьмы, у которых у них свои церкви, они принимают причастие. Она живет в блуде, она не имеет права принимать причастие. У нее сперма с ушей уже лезет. Она моего сына психически больным называла. Они со Стигарибия ходили, пугали его в колонии. Я ничего понятия не имею. Они меня шизанутой называют. Представляете? Так, ну это нормально. Это комментарий от кого-то. Здесь еще. Вот здесь. Сколько радости и счастья. Она поднимает канал. Она поднимает канал. Проститутка. Шлюха. Вафлушка поднимает канал. Мой сын вообще сидит, вообще ничего не видит в своей доте. Что происходит?
Я пишу, Ирка, что завидуешь чужому счастью? Так надо было своих рожать. Но тебе же нравится ведьмой быть и чужие жизни громить. О, пишет, у меня хорошая новость. Твой законный аргентинский муж Диего подал на тебя в розыск. Ты, наверное, забыла, что замужем? Вот Стив удивится. Не, не удивится, он-то все знает. Он просто в тюрьму вместе со мной пойдет или сам пойдет. А моя вот дочка, это же вот эта Рамазанша, приперлась на мою страницу и писала мне, что я огурцы себе с утра взад ванну засовываю. Я Артуру говорила, у меня дочка прочла, я ее заблокировала, эту ведьму. Артур говорит, что невозможно заблокировать, им нравится, вот понимаете, им нравится. А я говорю, хватит, Артур, мне вешать лапшу, элементарно заблокировать. У меня сын даже не блокирует. Вот, она еще пишет. Кстати, заявление об оскорблении католической церкви, Папы Римского, американцах тоже в пути. Все доказательства собраны и отправлены. Жди удачи тебе, не Павлова. Вот. Ирка Рамазан Вафлушка, я говорю, вот-то радостью у тебя будет меня за решетку засадить, салют в Аргентине, моих детей сиротами сделать из-за твоего афериста Альфонса. И не только, ребята, а еще и мужем его засадить, потому что он все знал. О, смотрите, энергетика, тоже я не видела. Впервые вижу, как молодежь с удовольствием сажает огород. Снимаю шляпу, преклоняю голову, молодцы, в земле самая лучшая энергетика. Слушайте, здесь я тоже, конечно, отвечу. Земля без Бога просто грязь. Земля без Бога. А она не имеет права причащаться. У нее, она чем больше причащается, тем больше на нее беса вешается. О, про овощи я писала. Врачи мне сказали, что Артур будет овощем, потому что она говорит, овощи сажают. Врачи Артур мне сказали, что... О! Ты посмотри, она здесь это вот. Врачи мне сказали, что Артур будет овощем, что после больницы у него вообще отсутствует безусловный рефлекс. А я верила, что Бог сильнее любого диагноза врачей. Теперь мой сын выращивает овощи. Он никакой не овощ, а Божий человек и мой старший любимый сын. Это я сейчас... О, сейчас вот это не видел. Посмотрите. По словам соседей, женщину зовут Ольга. Артурчик с детства ничем особым не болел. Да, был в больнице со стафилококком в пупке. Это считается совершенно нормальным и не смертельно. Рос здоровый ребенок. Представляете, они мне говорят, какая там Ольга, о чем они вообще говорят? Кто эта причмокнутая Ольга, пришлепнутая? Если я в больнице с ним лежала, и вообще в какой больнице я в Одессе была, при чем тут вообще Аргентина? Ну, здесь, конечно, я тоже отвечу, понимаете? Они мне будут рассказывать. О, а здесь я что-то отвечала. Артур уверил. Кто, если не папа, научит так уверенно держаться в седле? Браво. Посмотрите, она запала на моих детей. И что ей надо? О, смерть, а слава Украине и смерть всем влагам. Это врагам, да? Это она, а вот слава Богу. Там еще этот вот. Я говорю слава Богу, потому что когда я родила, Украина как страны не существовала. Дальше посмотрим. Так, я пишу, Ирка, это написала, приятного аппетита, Ирка, 5 дней назад, я ее 3 дня назад поставила. Ирка, чистые ангелочки всегда притягивают дьявола и его дьяволи, своих ангелов, свое семя куда дели, Бог все видит, дьявол чувствует свою кончину, как Кощею тоже пришел конец. Матиас из Тигарибия презирает собственного отца, и правильно делает, у него мама умная, а вы ее ненавидите, как и меня, за то, что мы детей любим. Что там за реплай? О, посмотрите. Я Матисса устроила к себе на работу, ну, а его мать мне нечего с ней делить, чужих детей не бывает. Копия, моя мама так говорит, копия моя, в кавычках, которая ведьма, которая вызвала полицию на моего сына. Чужих детей не бывает. У меня их 4, у нее их 4. Нет у нее никаких 4, она одного оставила от какого-то этого вот украинского мужа. Вообще непонятно, где она там развелась, и она живет в блуде 20 лет. Вот, и внуков у нее 4, нет у нее никаких внуков. Все мы счастливы, да, все вместе и спим, вот все вместе, все, вот все вместе. Там я не удивлюсь, если она лезет к тому Матиасу и этому вот. И там вообще просто... Там черт веселится, там полное безбожие, полное, значит, они на каждое эти вот, он нашел себе вот этот вот аргентинец,
идеальную женщину, которая соображает на двоих и на троих, но не питье, а вот койку делит со всеми подряд. Им, ей все равно, гуляет он на стороне или нет. Она, он приходит, ей это все рассказывает, они вместе веселятся и смеются. Дальше. Мне нечего с ней делить, чужих детей не бывает. Кстати, у той матери Матиаса еще 3 дочки. Смотрите, как они этими вот работами, да, покупают, вот в долю к дьяволу. Хочешь вот работку, да, вот эти вот денежки, ну, пока за все оплатить надо. За очень большим столом они, мне в голову не приходит осуждать подарки детей, снимать видео с внуками только для того, чтобы получить лайк. Мне жаль тебя. Бог дал тебе новый шанс, и ты могла бы хоть внуками насладиться. Бог посылает тебе прутик добра. Бог чего? Бог чего? О каком Боге она вообще говорит, если она вообще не имеет права ни на причастие не приходить? И что у нее в голове? У нее в голове дьяволы, просто дьяволы и бесы. Прутик добра, ты предпочитаешь стоять на швабре и биться об нее снова и снова, проклиная всех, кто хотел тебе добра. Это кто мне хотел добра? Это кто мне хотел добра? Она, я говорила ему, я за тобой следить не буду. Если ты гуляешь, ты сам, Бог тебя выследит, и Бог мне покажет. И только полгода назад я узнала, что он гулял, и что он беса мне в дом приводил. И они моего сына психом ненормальным называли. Так, дальше. Смотрите, Артур удаляет мои видео. Я ставила здесь ответ. И замечательный шеф-повар без особой мороки, зато семья сыта и дети под присмотром. 2 этих вот. Артур вообще не понимает. Артур, смотрите. Вы не заметили, что малыш пытается заснять своего родного любимого папочку? Это так мило. Какие лайки, Артур, Турчика, привет. Смотрите, это продолжалось, это все время было. Это теперь Рамазан. Она, значит, заняла вот место мое, место Истигариби. Вот так как мать моя занимала место мое вместо меня и на свадьбе тоже заняла. Валя меня топит. Значит, никогда доброго слова мне не сказала 3 года, мне пишет одни гадости, я имею в виду Валя, а моя невестка. Ее семейка, которая все скрыла, и аборты, и так далее, и там уже скоро хрюкать будут, ни во две двери не влазят, и говорят, что голодомор был. Вот. Теперь за внука моего, которого я, бываю, одеваю. Посмотрите, мой сын ни одного слова в благодарности, он меня наоборот, он меня... Смотрите, Артур поудалял мои ответы. Я вижу, или Валя поудаляла. Здесь были мои ответы. Посмотрите. Смотрите. Свой собственный праздник. Я говорю, ты же Артура психически больным называла. Кроватная напарница из Тигарива. Да 12 дней назад. Они угорают. Смотрите. Помогите своей бабушке срочно. Будет беда. Она красунка, одна и вторая, это Наташка. Это Наташка, это вот, Наташка Валёшина мама, которая вот это вот скрыла все. Про аборты, про это вот, с моей мамой связалась. Квартиру мне подставили. О, Ирка Рамазан, Вафлушка. Большинство людей, это она же мне же пишет. По своей сущности трусы, потому что они не могут, вот за эти трусы я уже... Вот, писала, кстати, за трусов. Я еще хочу видео поставить, как, значит, он меня чуть не угробил, этот вот аргентинец. Бутюнечка, да, пришла обниматься. Вот это, моя девочка хорошая. Привет, ты мне пришла приветик сказать. Вот, за трусов, когда я еще не поставила, когда была авария, и он сидел... Значит, он меня чуть не убил, а потом те двое мальчишки, когда переходили, он же гонит, и он же все время бухой, и он гонит на той машине, и она постоянно в плохом состоянии та машина была. И он сидел, значит, он когда, понял, что остался жив, сидит на обочине, он даже мне не сказал, как ты, что ты, мы спасены, он сидел и рыдал, значит, рыдал полные штаны этих вот слез.
и с ними разговаривал. А я как будто стена была. Я хочу еще поставить ту. Это за трусы, за трусов. Так, она, значит, я ей писала, я за твоим трусливым козлом не бегала, он за 4 года нашей совместной жизни только лапшу мне на уши вешал, типа то, что ты сейчас написала, ел мою еду, жил у нас с Артуром, не давал нам денег, не купил Артуру ни обуви, ни одежды за 4 года, а ты мне недавно написала, что значит мы не заслужили, а я ответила, что любовь не заслуживает, она и есть или нет. То есть мертвая, вы мертвая изнутри, я тебя не знала, об остальных ваших половых партнерах тоже не знала, не хочу знать. Я повторяю, пошла вон с моих детей, от моих детей. Вижу, вы веселитесь подобным образом, вижу тебе лайки. Лайкают остальные кроватные напарницы. Родной сын Матиас, родной брат не хотят общаться с твоим козлом, крышевателем, проституток, жадным, вонючим. Я ему 300 лет не нужна была, ни я, ни Артур, он мне мстил за Смирнова и вечно мне грязь лил в уши про Артура. Мать его старшего сына мне лично сказала в лицо, если бы его убили у нее на лужайке, он бы из дома не... она бы из дома не вышла. Тогда я все поняла, я про лапшу на моих ушах, собрала денег и уехала из вашего Содома и Гоморры. И я ей писала, а у смелых проституток, так, таких как ты, твой кроватный напарник из Тигарибия, спит, который не спит, а рано или поздно настигнет вас. Там еще, кстати, ребята, не только спит, а и эти вот, любые другие венерические заболевания. Трусы, трусы. За 4 года я твоему трусу много трусов подарила, а то он все плакался, что ни трусов, ни обуви нормальной. Туфли шикарные, из лучшего бутика ему тоже подарила. Одним словом, альфонс, который моему сыну даже вьетнамок не купил. Не говоря про книги, рюкзак, джинсы, скутер, ролики, фотоаппарат. Все я покупала. Скажу больше, я даже еду из ресторана воровала, где твой дружок, Хосе, хозяином был, а твой трусливый альфонс эту еду ел. О, пишет Оксана. Смотрите, Оксана теряет рассудок, помогите ей, это очень серьезно. Мой сын никак не реагирует. Оксана, я пишу, я тебе не Оксана, а Оксана Юрьевна, тебя не знаю. Говорю, пошла вон к своему развратнику Альфонсу Стигарибе. Пусть он все свои обещания засовывает куда хочет. Он ничего больше не должен. Так, это было у нас, ребята, 12 дней назад. Вот 2 недели вот это мой сын не реагирует вообще. Он у нас все на своей любови. Катя вот ту первая все думает. Валя там о своей любви все это вот вспоминает. Первой. Пусть он все свои обещания засовывает куда хочет. Он мне больше ничего не должен. Я обещания передала Богу, его святым. Он для меня предатель и лжец. Для меня он умер, а мертвых или ничего, или правду. Я тебе не знала, нет, тебе не подобных. Артура вы называли психическим больным. А теперь чего приперлась ты сюда? Рассказывай нам тут, как вы по очереди спите с Тигарибе, а потом обсуждаете это в своем кругу. Спите с кем хотите, от моих детей валите. И пусть твой развратник поставит мой корабль себе на могилу. Это ему подарок от меня и Смирнова, который этот корабль купил моему сыну. А твой козел не купил Артуру ни одной футболки, ни одного меча, ни одной пары обуви. Он... все, оказалось, тратил на любовниц, конкретно на тебя и тебе подобных. Какие славные дети, пишет Рамазан. Это уже 13 дней назад. Я пишу, крыс Рамазан, вали к своему любовнику развратному из Тигарибия, который ненавидел Артура, когда мы жили вместе. Крысы грязные, питаются падалью, а вы из Тигарибия именно такие. Это они так развлекаются, вот эти вот. Смотрите. Пусть только улыбки будут на этих добрых лицах, здоровья и счастья вам. Я говорю, комментарий от сучки Рамазан, с которой отчим Артура, аргентинский полицейский, имел постельные отношения в тайне от нас с Артуром. Люди, берегитесь комплиментов от аргентинцев, аргентинок, особенно русскоговорящих. Это слава Украине. Ну, в общем, она идет, ну, у меня сын идет против здоровья деткам, пусть все будет хорошо. Вы знаете, как только она стала, во-первых, у меня дети не вылазят с этих вот, с больниц, вот посмотрите, не вылазят. Артур работу потерял, это вот, они приглашают, он уже подумывал в Аргентину ехать. Я тут писала, здоровья этим деткам, пусть все будет хорошо. Ты папа это деток, психически больным называла. Бабушка их, то есть меня, грязная шлюха. Я тебя заблокировала, ты к сыну приперлась. От тебя из Тигарибе, одни проклятия идут. У вас под маской морды волчьи.
Скажи, маленький импринт, я не знаю. Молодец. Молодец, кто-то ответил. Потому что он там спрашивал. Так, на этом я сейчас остановлюсь 25 минут. Вот